Сижу, смотрю, что интересного выпустили сегодня, сегодня наши блогеры российские и ютуб-монстры. Что меня привлекло? Привлек меня ролик «Красавица держалась до последнего 12. Бешеный». Афонька ТВ заснял 5 часов назад 2752 просмотра. Давайте включим сей чудный ролик и посмотрим, что пишут люди в комментариях. Меня интересует сейчас комментарии, а также соотношение лайк-дизлайк. Еще не заходил на это видео, не знаю даже, что там, как там. Ну, здесь видно Афоня. Во, привет. 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 Романтика. С уверенностью можно сказать, что подписчикам видос понравился, потому что, смотрите, 30 тысяч лайков и всего полторы тысячи дизлайков. Это, скорее всего, поклонники Кости Павлова. Они же враждуют там, типа, с Афонькой, да? 13 июля, инстаграм Афоня, самый-самый популярный коммент. 1000 лайков! Сайфуддин, Сайфуддинов, Афоня, сними следующее, типа, ты сын арабского шейха, кто за, ставьте лайк. Ребята, я чувствую, что следующий, 13 выпуск, Афоня будет в образе арабского шейха. 1000 лайков, прикиньте. Хотя, вот второй коммент, не намного уступает первому комментарию. Арсений Триноженко. Афоня, гов КС, кто за, ставьте лайк, если соберем 1000 лайков, Афоня сыграет в КС. Это неинтересно. Какой-то беспонтовый Арсений Триноженко комментарий написал. А вот в образе сына арабского шейха мне понравилось. Итак, данный видос находят по следующим тегам. Красавица держалась до последнего. Красавица держалась до последнего. Бешеный. Есть гуд по самым актуальным темам. А если бы написала еще сиську показала, это просто бы взорвало мозг всем подписчикам Афони. Кстати, у Афони уже 1 000 000 подписунят, представляете? Последний раз был у него на канале, когда там было примерно около 800 тысяч. На этом все. Кстати, ребята, я же с вами не поздоровался. Всем привет и тут же пока. До скорых встреч. Ссылка на оригинальное видео будет в описании. Так что проходите, смотрите и ставьте лайк Афоне.